Здравствуйте, мои замечательные! Вы на канале Анчик Нарисуйка. Сегодня я вам покажу канцелярию из магнита. У меня ее немного, но я вам покажу обзор на канцелярию, какая у меня есть. Вот такой вот альбом для рисования. Мне понравилась его расцветка такая. Здесь 32 листа. Сейчас покажу вам, какие здесь листы. Листы здесь светлые. Также они очень гладкие. Мне понравились такие. И не очень тонкие, но, в общем, хорошие листы. Я попробую еще на них рисовать, как на них рисуется. А так мне понравился альбом. Я купил этот. У меня вот такой вот один альбом на 32 листа. И второй вот такой вот, с такой же расцветкой, тоже на 32 листа. Есть такие же листы. В общем, вот таких два альбома. Они на спирали, их очень удобно загибать, если что. Дальше. Вот такие вот пластики. Здесь три штуки, они белого цвета. Как они стирают, я, конечно, еще не знаю, но они китайские. В общем, я когда попробую сейчас, как они стирают, скажу вам. Вот такой вот карандаш. Дельта. Он со сменными стержнями. Вот здесь вот сменные стержни 0,5 НБ карандаш. Такого салатового цвета. Они были разных цветов. Мне понравился такой вот салатовый. Такой вот. Сейчас я вам покажу, как он пишет. Проверим. Такой вот карандаш, сейчас я покажу, как он пишет. Так нажимайте его, и он вылезает. В общем, пишет он тоненько. Но мне нравится, как он пишет. Сейчас попробуем вот эту вот стерку, которую я вам показывал, как он стирает. В общем, стирает она неплохо, но есть такие небольшие разводы. Но в принципе, она неплохо стирает. Если вот эта стирка долго стирать, она начинает рвать бумагу. Ну, в принципе, так можно ей постирать. Далее, вот такие вот синие ручки. Это обычные синие ручки. Стержень у них 0,7. Вот написано. Здесь их 5 штук. Сейчас я вам покажу, как они пишут. Вот я их достала. Сейчас открою. Смотрите, у него какой тоненький стержень. Вот, смотрите, какой у него тоненький стержень. Сейчас я вам покажу, как он пишет. Пишет она хорошо, тоненько. В общем, мне понравились эти ручки. Удобные. Также взяла вот такие вот два штриха. Они обычные, простые штрихи. Вот восковые мелки. Фирмы написано Prestige. Здесь 12 цветов, есть 2 цвета. Серебряный и золотой. Так, чьи они? Сейчас посмотрим. Так. Страна-изготовитель Россия. Вот такие вот мелки. Сейчас я сделаю выкраску и покажу, как они пишут. Вот я сделала такую выкраску. Пишут они ярко. Они мягкие, удобные. Мне, в общем, они понравились. Вот такие вот цвета. Thank you.
Спасибо вам, что вы смотрите мои видео. И обязательно подписывайтесь активнее. Давайте подписывайтесь на канал. На мой канал Анчик Нарисуйка. Чтобы не пропускать новые интересные видео.